Привет, ребят. Привет, дорогие. Очередной выход на рыбалку в поисках щуки или окуня. Ну, в общем, день такой сегодня, пасмурный. Я выхожу по реке Сить туда, вверх на взморье. Вот, сейчас мы будем с вами под мостом, автомобильным автомостом проплывать. Красота. Погода сегодня вообще, вчера весь день лил дождь. Погода сегодня такая себе пасмурная, но вроде даже какие-то на небе вон просветы я вижу. Где-то там даже проклевывается синий кусочек неба и ветрено. Ветрено. Зато вот такая вот красивая осень. Стоят коттеджи, мост. В общем, пока Сить, вперед море. Да, ребят, у меня сегодня задача крайне сложная будет. Я запланировал дойти отсюда, дойти до Терехи, до своей любимой, то есть по малым рекам, до своей любимой малой реке, к островам. Да, это будет для меня... Ветер сейчас тут не кажется сильным, но на море, скорее всего, задувает. Я не знаю, вообще стоит ли или нет, но там посмотрим. Это будет испытание для лодки, прежде всего, хотя летом уже я ее испытывал, и даже на большой волне. И для меня испытание. Подготовился, ребята, я к этому переходу. Переход сложный. Взял запас топлива, еще одну канистру 20 литров. Здесь у меня практически полный бак, на всякий случай. Весь шмурдяк, ружье тоже, естественно, все перевязал жгутами. Не знаю, чему здесь еще. Так, у меня вылетела эта чека. Ну ладно, сейчас мы ее обратно вставим. Не знаю здесь, чему можно куда-то улететь. Вот такое мне показывает маршрут. Конечно, это маршрут для больших каких-то катеров, лодок. Он показывает ровно по руслу 22 километра. Но я пойду, буду стараться ближе к берегу, если там будет такая возможность. Поэтому вот так вот и будем потихоньку продвигаться. Ну и холод рисует мне, продолжает карту. В общем, ребята, сегодня прямо вообще, ну если я туда не выйду, если в море не выйти, тогда буду пытаться ловить где-то вот здесь, в акватории, где-то по заводинкам. Может, пойдем с вами туда на Уздену сходим. Ну, в общем, посмотрим, как оно сегодня получится. В любом случае, это будет интересное путешествие, если оно, конечно, состоится. И летают огромные красивые чайки. Вон они пошли.
Я не знаю, ребят, стоит волна такая. На камеру эта волна вам не кажется большой, но я вас уверяю, кидает просто капитально. Очень большая волна. Идти вот туда вот. Я даже не знаю, стоит ли. Одеваю перчатки, потому что руки все мерзнут. И очень мелко, здесь всего 50 сантиметров. Иду прямо на грани. Не знаю, ребята, это затея моя. Попробуем на малом газу просто пойти на... прям на грани сваливания с глиса. Еще километров 10. Ну, попробуем. Сел на мель, ребята. Все красное, капец. Это просто капец. Пошел я, сходил в такой ветер. Да ну. Короче говоря, я даже, ребята, треть пути не прошел. Какой там треть? Я только вышел с мыса. И все, я сел на мель, я сижу просто на песке. Потому что вот я думал пройти здесь на тоненького вдоль берега и туда не заходить, а тут все, тут вообще нету глубины вообще никакой. То есть это надо вот так вот обходить аж там. И это не получится сделать по такой волне с барашками. Я рисковать не буду, ребята. Пока для меня эта задача невыполнима. Да и вообще никого на лодках нету, просто никого. Какие-то вон выходят. Я сейчас пойду обратно, траверзой так же само. Попытаюсь слезть с этой мели. И дальше пойду траверзой, а там будем рыбачить, значит, в акватории, как я и хотел. Если не получится туда дойти. Кошмар вообще. О, вообще, о, супер. Приключение. Ну, вам так кажется, наверное, что волна-то такая маленькая. Че тут он выпендривается? Нифига, ребята, подобного. Она еще и короткая. Вижу я. Вижу я остров, но... Не, ребят, это нереально. Надо добраться сейчас. Так, вон 0,7 пошло. Ну все. Можно пробовать. Так, бросаем сразу весла. Пока так. Что? Разворачивает. Давай. О, отлично. Так, все, это можно выключать. И закутываемся сразу. Ой, ветер. Лодка, ребята, однозначно волну держит. Это очень круто. Не каждая алюминиевая лодка вот способна по такой короткой волне ходить и с таким ветром. Иду 25 километров в час при этом. Не, вообще круто. Но сейчас я по ветру иду. Ей так легче.
Так, яма начинается прям сразу, причем на непонятно, есть тут рыба, нет, но ну это какая-то бель, может быть, стоит. Вот яма сразу на 7-7,5 метров. С 3 до 7,5. Просто нереально. Даже здесь ветер. Еще такой мелкий, противный какой-то дождичек накрапывает, моросящий. Видно, прям вот пелена такая сюда нагнала. Я стою вот прям на границе ямы. 3,2 метра. Причем вода 11 градусов тепла. Это теплее, чем на улице. Вот. И здесь, ну, какая-то растительность. То есть коряжника нет. Просто бровка. Попробуем здесь поджиговать, половить. Но лодка просто, она меня удивляет. Она такую волну держит. Меня ни разу ничего не зачерпывало, не забрызгивало при этом. Класс вообще. Я ни на секунду не пожалел вот в своем приобретении. Так, это что это такое? Да ладно, ребята. Да ладно. Да ладно. Что-то сидит. Ух ты, ребята, вот это да. Вот это да. Так срочно. Вот это да. Вот это улов. Такая рыбина была. Да ну ёп! Во!
Опа, есть, ребята, есть, 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 есть. А что это, я не знаю пока, но что-то тянет неплохо. Может, окунь, я не знаю. Ну уж, наверное, не та здоровенная. Что-то тебе... О, какой хороший судачок. Вот оно. О, вот судачок, хорош. Вот это да, ребят, вот он, красавчик. А я думал, щука, но... Ну такой он, в принципе, не такой уж большой, но все равно приятный. Приятный судачок. Вот он, красавец, ребята. Ну, ну такой нормально. Я думаю, что он не больше килошника. Сейчас мы его померяем. Да, кило 90, кило 100. Отлично. То, что надо. Кило 100. Это нормальный судак. Ну, ребят, вот такая красота. Вот так, ребят. Вы сами все видели. Это, конечно, вообще, это просто адреналин зашкаливал. Я думаю, там кило 5, наверное, не меньше. Такая дура вообще. По-моему, щука все-таки, да. Потому что она прям такую... Я уже этот самый подсак не подготовлен. Я все на ходу, одной рукой спиннинг держу. Короче говоря, эх. И обрыв. Чуть-чуть я... Не хватило мне чуть-чуть, чтобы ее под... подвести под подсак, но вот так вот. А потом все-таки река подарила мне судачка. Ну, такой он нормальный гастрономический судачок, кило 100. И я счастлив, я очень рад, ребят, потому что я вымучивал просто этого судака. И хорошо, что я не пошел туда на море дальше. Остался здесь, нашел эту ямку. Ну, мужики тоже тут стояли, вот, ловили. Вот, я не то, что к ним подстроился. Пусть они там не думают, что я спецом. А просто действительно изучал рельеф, нашел эту бровку, свал. Ну, вот сейчас клев стих. Ну, вот такая история получилась. Это, конечно, вообще... Я думаю, у каждого там рыбака, да, раз так или иначе такое происходило. У меня это не первый раз, но тем не менее. Хотя и шнур хороший там на разрыв 12, по-моему, кг. Ну, вот так вот бывает. Конечно, обидно, но ничего не скажешь. Ладно. Опять затянуло, там просветы, но небо опять затянуло. Тут такой мелкий моросящий дождик шел. Не знаю, я, наверное, может, еще покидаю минут 20-30 и пойду туда, опять же, к истоку. Но, может, попробую хотя бы в завершении половить окушка, а может, какую щуку, потому что все, больше ничего не клюет. Вот, уже час стою, мужики все поснимались и поуходили. Ну, я, наверное, так же само поступлю их же примеру. В общем, ребята, вот такая она рыбалка вот на судака. Ну и да, вот покажу, не знаю, видно вам нет, вот на такую вот силиконовую приманочку, это 3,5 или нет, наверное, даже 4 дюйма. Ну, вот такая она красненькая, с типа машинным маслом спинкой. И груз 16 грамм стоит. И, кстати, вот сейчас вот прямо стихло, сейчас даже ветер стих. А то ветер стоял и прям, я не знаю, даже гладь такая. Ну все, и клев вместе с этим прекратился. Вот крутит все, ветер крутит. Такое себе. Ладно.
Есть. 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 Неплохо. Неплохой. Неплохой, ребята. Вот, пожалуйста. Хорошее завершение. Есть, ребят. Ну, это мелочь вообще. Это небольшой окушок. Он даже не сопротивляется. Он абсолютно не сопротивляется. Это вообще, ну, приятно все равно, что поклевывает. Ну, вон, смотрите, какой малыш. Ну, давай-ка мы тебя отпустим. Давай. Аккуратно, чтобы губы ему не порвать. Хотя, надо сказать, что зацепил он хорошо так. Ну, ребят, ну, что ты? Ну, что ты? Оп, да зачем в лодку-то? Ну, давай. Ушел. О, сидит. И, по-моему, ну, может, этот чуть-чуть покрупнее, но все равно. Ну, этот прям такой бойкий вот этот окунь. Но все равно это, конечно, ну да, да. Чуть покрупнее, этого можно, в принципе, на уху уже брать. Вот такой красавчик. Да, пойдет. Пойдет до кучи к судаку. Опа, есть, есть. Прям сразу с заброса. Есть. Да тоже такой небольшой, но нет, ушичный. Я их называю ушичный окунёк. Очень неплохо. Да вот, ребят, ловлю я вот на такую вот, собственно, писюлинку. Не знаю, как это правильно называется. Виброхвост или там твистер, я в них не особо разбираюсь. В общем, вот это вот прям на окуня самое то, такая кислотная, полупрозрачная. И сегодня вообще погода просто крутит, то ветер, потом просветы, потом дождь. Сейчас вот опять все заволокло, и, в общем-то, собственно, и природа реагирует, ну и рыба тоже. Это тоже часть природы, поэтому. Есть, 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 ребят. Ну, ну, сказать, что это прям достойный, конечно, не сказать, но сидит. Да, они все тут, в принципе, вот одного такого размера идут. Ушичного.
есть, сидит мелкий. Ну как мелкий, стандартный. Да, этот, но этот нет, это не стандартный, это прям небольшой. Этот, ой, а как заглотил-то еще и туда под глаз прям. Давай хвост отдавай. Ну, и смотрите, побитый. Вот, побитый весь. Гуляй, Вася. Нам такие не нужны. Все, ребята, клев стих. И уже так начинает, ну, не то что темнеть, а уже скоро будет. И вообще все абсолютно заволокло небо. Ну, и началась такая мелкая морось. Противный ветерок такой холодный. Вот так вот я прощаюсь с красавицей Ситью. Классная штука, вот этот эхолот Garmin. Если кто не смотрел в предыдущем сюжете, вот как раз отсюда, когда я окуня ловил, я о нем прям буквально кратенько рассказал. Вот, отрисовал мне тут уже значительное количество этих карт. Я тут уже поставил всякие метки, окунь там и так далее. Судака, естественно. В общем, ребят, если кому-то будет интересно о нем детальнее, ну вообще, вот эти Garmin Striker, да, они, о них очень много обзоров. Но если хотите обзор как бы в моем ключе, вот конкретно по этой модельке, для ПВХ-шек и, может быть, небольших каких-то алюминиевых лодок, это самое то. Он с нижним сканированием дна, то есть у него, ну еще раз вот вам скажу, у него и есть и такое обычное сканирование, и нижнее сканирование. Мы сейчас стоим, поэтому медленно очень он прорисовывать начинает. Ну вот нижнее сканирование у него еще как такое фотографическое, еще раз скажу, прям изображение, коряжничка всяких и так далее. Потому что на обычном там не видно. То есть вот прям я очень им доволен. Вообще классная вещь. Ребят, спасибо, что смотрели. Вот такие у меня получаются сюжеты на, уже на новой лодке. Прям как вы хотели, как просили. Еще раз вам скажу, что конкретно по лодке, по всяким там причиндалам, по, я не знаю, там чему еще. Я тут все подробно рассказывал. Столики, там эти все приблуды. В у меня плейлист «Водомоторка». Вот в нем я все выложил. В том числе и по мотору самому. Я его там обслуживал. 9915, Сузучка. Кто не знает, вот, пожалуйста. Там подробно я винт менял, масло, свечи, ну и так далее. Крыльчатку. В общем, ребят, вам пожелаю, выбирайтесь почаще на природу тоже, так же, как и я. Если есть возможность, ловите рыбу, охотьтесь. С охоты, к сожалению, не получилось по утке. Но я, в принципе, и не особо-то на это рассчитывал. Это надо вот либо ты охотишься, либо ты рыбачишь. Одней мало, надо работать. Поэтому, ребят, все, всем пока. Еще раз спасибо, что смотрели, и увидимся.